Здравствуйте, свидетели Иеговы. Если вы хотите жить вечно на земле, никогда не стареть, уже с сегодняшнего дня, то вот что вам нужно сделать. Вам нужно сохранить свой тестостерон, чтобы тестостерон превратился в дегидротестостерон. Нужен холод и водород. То есть, если к тестостерону добавляется водород, то она превращается в дегидротестостерон, гормон желаний. А после этот спирт выходит с мочой, и у человека не остается ни тестостерона, ни дегидротестостерона, ни водорода. И чтобы сохранить всегда в своем организме водород, то есть антиоксиданты, да, и тестостерон, гормон радости, вам нужно одеть теплые трусы, теплые носки. Теплые трусы делаются из материала флис. Вот. Одни трусы можно сделать из двух слоев и одевать сразу два труса. И дополнительно добавлять сюда еще материала флис или валенные шерстяные подкладки. Обязательно одевать теплые носки, потому что кровь циркулирует от ног прямо к половым органам. Наш Бог Иегова создал нас для изолятора молнии. Человек должен ходить босиком в холоде, под дождем в холоде, и у него образуется гормон дегидротестостерон, иммунитет отключается, чтобы человек мог плодиться. Вот. Наша планета должна быть теплой. Так нас сделал Бог Иегова. Спасибо за внимание.